Давайте, моя хорошая, понравилось? Слава Богу, что вам понравилось. Пожалуйста, моя замечательная. Ну как после такого приглашения не отведать ароматной гречневой каши с тушенкой? Ее, а также горячий сладкий чай, бесплатный попкорн и сладкую вату щедро раздавали всем желающим на празднике в микрорайоне Дубровка. Однако не только угощения пользовались повышенным интересом. Палатка Красного Креста как магнит притягивала маленьких почемучек. Неудивительно, ведь играя, здесь можно было изучить и повторить правила дорожного движения и правила перевозки пассажиров. Как мы с вами должны ехать, когда садимся к маме с папой в машину? Сидеть. В чем сидеть? В кресле и пристегнутым ремнем. Ты молодец. Ты самый лучший знаток правил дорожного движения. Когда автобус остановится, и нужно подождать, пока двери откроются, потом заходить. А в салоне автобуса нельзя баловаться, потому что можно пораниться. Я сегодня не узнал, что нельзя на железной дороге бегать. Для маленьких гостей Красный Крест также подготовил раскраски на тему оказания первой помощи. А здесь от теории можно было уже смело переходить к практике. Нет дыхания, ужас какой, надо спасать. Через середину. Сегодня проводится детский спортивный праздник, и Красный Крест, как обычно, участвует во всех мероприятиях. Совместно с ГАИ мы организовали информационно-образовательную площадку по обучению деток, маленьких деток, и вообще обучаем несовершеннолетних основам безопасности жизнедеятельности. Также у нас организована площадка по обучению населения оказанию навыкам первой помощи, пункт раздачи питьевой воды. Также у нас с детками проводим тоже обучение по безопасности. Это раскрасочки у нас имеются такие в Красном Кресте. Мы попробовали первый раз реанимировать человека, а также попробовали много разных вкусняшек, очень вкусных, и каши очень-очень вкусную. Этот праздник вам понравился? Да, очень понравился. Было чем порадовать ребят и сотрудникам госавтоинспекции. За правильные ответы они раздавали фликеры и школьную канцелярию. Вещь каждому пешеходу, тем более уменьшение светового дня, это световозвращающий элемент. Всегда, спасибо, девочки, используйте, всегда будьте в безопасности. Также у всех желающих была возможность рассмотреть патрульную технику ГАИ и познакомиться поближе с профессией сотрудника госавтоинспекции. Ребята получили множество ярких положительных эмоций, а значит, эта встреча не станет последней. Мне понравилось то, что правила дорожного движения постоянно вспоминают, чтобы дети не забыли. Я хочу, чтобы такие праздники проводили почаще. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ».